Вот сейчас я, в данный момент на видео включил видеорегистратор, и только уже вечером когда остановились на привал, на ночевку, включил, решил проверить и с ужасом обнаружил, что аудиозапись, видео не получилось. Не знаю, в чем была причина. Или я нечаянно по ошибке отключил микрофон, или произошел сбой электроники в видеорегистраторе. Ну, в общем, печалька такая. Управление видеорегистратором очень неудобное. Иконки еле заметно. Например, микрофон, если отключен, он перечеркнут красной такой полоской, но ее практически не видно. И не знаешь, включен микрофон или отключен. В общем, очень меня расстроила непроработанная, непрактичная система управления видеорегистратором. Но это было полбеды. В принципе, можно было комментарий писать на диктофон и потом уже совмещать все это. Но вторую беду я обнаружил уже в Чулыме, когда увидел, что не работает GPS блок. Просто антенный блок, GPS отказался ловить спутники, отказался позиционировать на местности. Я позвонил в техподдержку. Мне предложили перепрошить. Но перепрошить это невозможно на трассе в большинстве случаев, потому что интернет на трассе практически отсутствует, только вблизи городов. Вот. Но потом уже, вернувшись в Москву, я перепрошил, проблема не исчезла. Сейчас включу. Вот, поехал к производителю, вот там вроде бы поменяли вот этот GPS-блок, вроде бы стал ловить спутники, правда, не моментально ловил, а притормаживал, но это не беда, скажем так, можно подождать, пока установится связь со спутниками. Но возникла другая проблема. Возникла проблема в том, что во время движения видеорегистратор вдруг это изображение на дисплее начинало дергаться, прыгать, исчезать, мелькать. Вот, и видеорегистратор из режима настроек выбивал и выходил, выбивался и выходил в режим заводских настроек. Но это тоже, скажем, было бы полбеды, если бы была уверенность в том, что идет нормальная видеозапись и позиционирование на местности. Но это все накладывает вот отпечаток на настроение, на эмоциональное состояние. Неуверенность в том, идет запись или нет, здорово напрягает.
У меня сложилось впечатление, я дважды приезжал вот на вот, офис в техподдержку. Второй раз приехал, ну, вот когда объяснил им по телефону, что вот такая вот проблема, что дергается изображение, мелькает на дисплее, и из режима настроек уходит в режим заводские настройки. Ну, мне сказали, что нужно там же в офисе нужно отформатировать карту, вроде бы из-за нее проблемы. Но карту памяти я покупал у них, поэтому они предложили привезти, поменять ее на новую. А прежде отформатировать в медленном режиме. Я отформатировал в медленном режиме карту. Проблема не исчезла. В общем, неплохой видеорегистратор, картинка неплохая, функционал хороший, но непрактичный, скажем так. Вот или я отключил микрофон, или он автоматически отключился, я не знаю. Видеорегистратор сырой. И такое сложилось впечатление, что они вот при техподдержке забирают с собой видеорегистратор. Что они ставят? Новый они ставят блок или просто уже с другого видеорегистратора, который ранее приносили, или, то есть, или меняют на старый, в общем, не знаю, все проходит так кулуарно, закрыто, непонятно. В общем, наряду с тем, что хорошая картинка, мне нравится картинка и некоторые настройки, мне нравится на то, что недоработанная и сырая модель, это однозначно. Хотя и техперсонал разговаривает уважительно, вежливо, все, но результат, скажем так, отвратительный. И вот в данной ситуации, здесь я еще писал на Датакам путь до Чулыма, а узнав в Чулыме, что проблема с антенной, я вернулся к старому проверенному видеорегистратору Кенори. Но я его с собой постоянно таскаю на всякий случай. И вот этот всякий случай наступил. К сожалению, звука трассы и переговоров в салоне автомобиля не будет. Печально то, что очень много полезных советов, очень много полезных подсказок было во время движения. Я специально привязывал вот какие-то моменты к участкам трассы. Ну, а на привале узнал, что все это прахом пошло. Дальше я отвечу на комментарии, которые к этому времени появились в интернете, на канале. И ну, где-то на каких-то конкретных участках я снова буду включаться в комментарий, вставлять комментарий по отдельным участкам. Ну, а все остальное время, все остальное будет занимать музыка. Печально, конечно, что много полезной информации, которую хотел передать во время движения, она потеряна безвозвратно. Но вот эта длительная стоянка в начале, это мотель «Уют» вблизи поселка Крутенко. На противоположной стороне видите заправочная станция, но прямо со стоянки проехать на станцию, на АЗС рискованно. Там могут стоять вот эти вот скрытые наблюдатели, которые, ну, я считаю, это недоработка или провокация, почему вот стоянка и заправка разделены двойной сплошной.
потом выезжаю со стоянки, с места ночевки, вправо возвращаюсь. Ну, там недалеко от круговое движение. Там разворачиваюсь и уже двигаюсь далее на восток. В общем, неплохая кормушка для этих дядек с полосатыми палками. Это не добавляет ни уважения, ни авторитета тем, кто организовал это движение. Значит, вот на этом месте, где остановился, тут кафе «Три семерки», мотель «Уют», на противоположной стороне кафе «Теремок», ну и заправка «Газпромнефть». На противоположной стороне что-то еще есть, но сейчас я просто не могу припомнить. Там достаточно много кафе, разных забегаловок. И место достаточно популярное, и многим, кто отправляется в дальнюю поездку, дальнобойщикам, большегрузам, оно хорошо известно. Так, ну вот последние секунды перед стартом. Просто сейчас вспоминаю свое настроение на другой день уже. Просто, как говорят, зла не хватает. Ну все, поехали. Заезжаем на заправку. Заезжаем на заправку. Дожидаемся своей очереди. По-моему, кофе еще взяли там. Что-то непонятное, честно говоря. Ну, вроде бы все нормально. Просто вспоминал, что там было. Бывает так, подъезжаешь на заправку, а там идет слив топлива. Ну и вот дилемма, или стоять ждать там 15-20 минут, или двигаться дальше. Там уже ориентируешься на месте. Если недалеко есть
альтернативная заправка, едешь туда, если далеко, то вынужден стоять, ждать. Чуть дальше начну отвечать на комментарии ваши. Так, ну в общем, заправляемся под завязку и продолжаем движение в сторону Омска. При километрах, по-моему, 40, примерно 40 километров, город Тюкалинск. Крутинка позади, справа и слева ничего близко пока не вижу. Так. Логин Антон Минич пишет: «Жаль, если уйдете с дороги. Целая небольшая эпоха с вами связана. Может, не забывайте иногда». Ну, я, наверное, что-то не то сказал. Пока планов уходить с трассы нет, но ничего вечного нет. Рано или поздно это произойдет. До лета, думаю, наверное, на трассу больше не выйду. Надо будет обработать уже то, что есть, разместить. Еще много необработанного видео. Времени на обработку не хватает. Тем более сейчас добавилось это обучение телеграфной азбуке. Так, с правой стороны Чумановка, далеко от дороги Новогородцево. С левой стороны, по ходу, озеро Кормилицыно. Насчет в отношении видео, значит, проект этот был, значит, давно. Я обратил внимание, что нету полного видео о трассах. Есть небольшие фрагменты каких-то отдельных трасс, а цельного видео не было. Вот. И предложил вот такую новую рубрику. Ну, как новую рубрику, а вот такой сегмент, полное видео о трассах. Очень рад, что появились сподвижники, что люди подхватили вот эту вот идею и теперь начинают размещать это видео в интернете. Вот обратите внимание на логин Путник 81, замечательное видео у него о трассах периодически выкладывает. И Николай Брежнев, но у него «Юг России», тоже очень подробное, качественное видео. Я очень рад, что вот эта вот идея подхвачена и продолжает жить. Трасса Р-402 с правой стороны деревенька Калмакова и одноименное название озера Калмакова.
Двигаемся на восток, в сторону Омска и так далее, так далее, так далее. Выйти на трассу, ну, я думаю, может быть, еще годик-два буду выходить, а Адам покажет время, покажет здоровье. Так, логин. Сергей из Мурома пишет. Я помню с армии. Бакет текут, домики, хлебозавод. Ну, на бакет текут у меня напев «Дай закурить». Домики просто датели. Хлебозавод. Это Петя Петух. Такие были напевы. Напев «Баки текут, у меня дай закурить». Ну, это армейская, скажем так, армейские напевы. Там другая была ситуация, борьбы с курением не было, поэтому на семерку дай закурить. Вот, но напевы они нужны только для того, чтобы запомнить. Вот вчера буквально, или позавчера, проверял. Значит, скорость примерно 125 знаков. Буквы различаю без проблем, четко определяю, что за буква. Но проблема в том, что не успеваю записывать. То есть прошло столько лет, вот это все сохранилось. Четко различаю буквы, цифры, но не успеваю записывать. Я уже отвечал на вопросы, где используется телеграфная азбука. Ну вот, как вид связи, она не нашла такого широкого применения в настоящее время, потому что альтернативам мобильная связь, спутниковая связь. Но есть регионы, где ни мобильной связи, никакой другой нет. Спутниковая, может быть, и есть. Я про спутниковую плохо что знаю. Про спутниковую связи вообще никакой информации у меня нет. Но на коротких волнах передавать информацию, имея шифратор и дешифратор, это увеличить расстояние примерно в 2 раза. Очень полезная функция. Я вот проверял дешифратор. Вернее, шифратор, который, по-моему, в прошлой или позапрошлой серии я демонстрировал, когда произнес фразу, и он моментально перевел ее в телеграфные знаки. Вот практическое применение вот этого способа связи. Достаточно дешевый. Достаточно простой, я думаю, будет востребован, ну, наверное, путешественниками, там, кому не по карману спутниковая связь. А это как альтернатива, я думаю, будет постепенно в России пропагандироваться. И будет возобновлен интерес к этому виду передачи информации. С левой стороны озера Атрачи, ну, сколько, 2 километра, наверное, до него. Впереди, с левой стороны, опять-таки, Чащина, деревенька, озеро Родино. Так, ну а впереди у нас крутой поворот, 90 градусов правый поворот, и мы
проедем город Тюкалинск. Так, вот в отношении путника 81, Логин, который снимает видео, у него видео, вот появилось, сейчас стало появляться, он размещает видео о трассе Амур. И вот я фрагментами смотрел, но нет времени полностью просмотреть это видео, надо комментировать. Такая ностальгия в душе, вот, вот просто... Ну, тот, кто ездил на дальние расстояния, вот просматривая какие-то отдельные ролики в разное время, у него возникает вот такое какое-то щемящее чувство, трудно передать. Такие же ощущения возникают у телеграфиста, который знает телеграфную азбуку и давно не слушал эфир. Даже иногда вот по телевизору начинают показывать там какие-то фильмы про партизан, что-то еще. И услышишь этот бульканье морзянки, какие-то вот чувства в глубине души пробуждаются. Но я думаю, она возродится, телеграфная азбука. Так, правый поворот в Тюкалинск. Прошлые годы дорога была неважная в Тюкалинске, разбитая вся, раздолбанная. Но сейчас сделали и дорогу, и поставили щиты, шумоотбойники, или как их, шумозащитные щиты. С левой стороны озера Пучай, с левой стороны озера Разлив. И мы двигаемся по городу Тюкалинску. Ну, приходилось общаться с ребятами в прошлой поездке. Заезжал, останавливался. Доброжелательное такое, уважительное отношение, спокойная обстановка. Ну, в общем, в самом городе Тюкалинске не был, вот мимо проезжал многократно. С правой стороны населенный пункт по ходу движения вторая пятилетка, с левой стороны озеро Дубасное, чуть дальше озеро Большое Кривое, с левой стороны еще дальше Красный Шар. Но вот не поленитесь, попробуйте найти на карте этот регион и посмотрите, какой формы тут озера. Или это следы от метеоритов. Но вот у меня такое впечатление, что это вот какие-то были... Но это не рукотворные, скажем так, озера. Многие озера уже поросли камышом, травой, и форма у них немножко меняется, но... Не поленитесь посмотреть. Столько круглых озер, это просто невероятно. С правой стороны озеро Янковское и поселок Октябрьский. И слева и справа озера круглой формы. Так. Сейчас смотрю на карте, на что еще обратить ваше внимание. Ну, двигаемся в сторону Омска. До Омска далеко еще.
далеко. Вот насколько интересно смотреть на регион с карты, на карте, что в Карелии там просто потрясающие красоты места, плюс озера, такие названия у них интересные. И вот здесь тоже такое ощущение, как будто была космическая бомбардировка этого региона. Столько точек, круглой, ну, я бы, почти идеальной формы. Посмотрите, не пожалеете. Трасса Р-402. Двигаемся в сторону Омска. Но особо ничего привлекательного здесь нет. Ну, такого, чтобы к чему-то привязаться. Поэтому отвечу на некоторые вопросы, комментарии. Логин Сергей из Мурома спрашивает, что вы думаете об отечественном автопроме, в частности, о последних моделях АвтоВАЗа. Ну, я, откровенно говоря, не знаю последние модели. Просто сын высказал свое мнение, когда я ему задал этот вопрос. Он говорит, что цены необоснованно завышены. Первое. Второе положительное мнение, то, что в обслуживании, конечно, отечественные автомобили дешевле, гораздо дешевле. Качество сборки примерно одинаковое. У меня был опыт 20 лет назад. Я купил 3110 «Волгу» и, откровенно говоря, пожалел об этом. Ну, во-первых, очень быстро отказал у меня гидроусилитель руля. При повороте закусывание происходило такое очень неприятное во время движения ощущение, когда поворачиваешь, ну, многие знают, что такое закусывание. Второе, буквально через пару лет много пришлось поменять запчастей в автомобиле. Уже не помню, и датчик расхода воздуха, много что поменял. Но самое неприятное то, что буквально года через два, наверное, в момент, когда стал перебортовывать резину, переходить на зимнюю, вот домкрат поднимается, автомобиль на месте, уже полностью домкрат выпустил, заглянул, днище прогнило, хотя обрабатывал перед, после покупки обработал днище вот этими изоляторами, какими-то изоляцией, но днище прогнило. Про грузовые автомобили что могу сказать? Часто, да и вы сами, наверное, наблюдали такую ситуацию, когда на подъеме эти иномарки, я имею в виду там, ну, грузовики, автомобиль поднимается весь в дыму, двигается еле-еле со скоростью там 5-10 км в час. Ну, хлам, импортный хлам. Откровенно говоря, я вот не спрашивал у дальнобойщиков их отношение к КАМАЗам и иномаркам. Так что определенного, вот, откровенно говоря, сказать ничего не могу. Так, ну, что знал по автомобилям,
Конечно, если на трассе что-то произойдет с двигателем, такого у меня, к счастью, не было. То дело кислое. Я что могу вот в этом плане сказать, отправляясь в дальнюю поездку? Нужно обязательно иметь контакт с тем, кто будет вас отслеживать на протяжении всего пути. Вот, и в случае необходимости окажет не только моральную, но и техническую поддержку. Кстати, вот мой сын, в частности, это один из видов его деятельности. Это оказание услуг при поездках на дальние расстояния. В случае необходимости может вызвать эвакуатор, дать какие-то консультации, то есть оказать реальную техническую поддержку. Плюс ко всему, чувствуешь себя гораздо увереннее и защищеннее, когда знаешь, что за тобой наблюдают, что за тобой следят, и в случае необходимости ты не останешься один на один с бедой. С левой стороны проехали населенный пункт Малиновка, с левой стороны и Залесная. Дальше с левой стороны населенный пункт Максимовка. С правой стороны озеро Любшино и озеро Гусиновское. Впереди по ходу движения населенный пункт Горовка, ну и деревенька небольшая. И с левой стороны Бекишево, более-менее такой крупный населенный пункт. Так, подскажите, а как вы страхуете машину для перегона? Какое-то короткое ОСАГО или, может, и каска? Спрашивает Логин Макс Ап. Автомобили страхует собственник. ОСАГО обязательно. А каска – солидарная ответственность. То есть, хорошая услуга. Вот хорошее страхование, когда определяется сумма, после которой уже оплачивает страховая компания. Вот как в данном случае произошло и с этим поленом. Есть услуги страховых компаний вот для перегонов по КАСКО, но цены необоснованно, опять-таки, завышены. Вот если страховать вот на период перегона, то цены такие, что ни один собственник не захочет оплачивать вот это КАСКО. В общем, сегмент страхования у нас находится еще в первобытном состоянии. Я смотрел стоимость услуг вот этого короткого КАСКО. Там, по-моему, на месяц выдается, но и то не все выдают, и на полгода. Ну, на полгода для перегона не нужна страховка. На месяц далеко не все страховые компании страхуют. Так, с левой стороны населенный пункт Бекишево. Ну, видно будет, наверное, с дороги. Далеко справа Оброскина деревня.
очень не очень неохотно страховые компании идут на короткое страхование. Но у меня есть особое свое отношение к этим страховым компаниям. Даже вот в этом случае с полена, и то начались придирки. Вот я говорю, благодаря тому, что вот был видеорегистратор. Ну, ни для кого не секрет, что страховые компании живут за счет того, чтобы не выплачивать страховые взносы, чтобы не выплачивать страховку. Поэтому, если работать со страховыми компаниями, то с серьезными крупными страховыми компаниями, чем с какой-то мелкой шпаной. Так, ну пока больше никаких вопросов нет. Если на что-то ответил не очень внятно, ну повторите вопросы. Сейчас, наверное, послушайте музыку, а уже по домскому я снова включусь в комментарии. Thank you.
есть услуги страховых компаний вот для перегонов по КАСКО, но цены необоснованно опять-таки завышены. Вот если страховать вот на сейчас на период перегона, то цены такие, что ни один собственник не захочет оплачивать вот этот это КАСКО. В общем, сегмент страхования у нас находится еще в первобытном состоянии. Я смотрел стоимость услуг вот этого короткого КАСКО. Там, по-моему, на месяц выдается, ну и то не все выдают, и на полгода. Ну, на полгода для перегона не нужна страховка. На месяц далеко не все страховые компании страхуют. Так, с левой стороны населенный пункт Бекишево. Ну, видно будет, наверное, с дороги. Далеко справа Оброскино, деревня. Очень не очень неохотно страховые компании идут на короткое страхование. Но у меня есть особое свое отношение к этим страховым компаниям. Даже вот в этом случае с Полена, и то начались придирки. Вот я говорю, благодаря тому, что вот был видеорегистратор. Ну, ни для кого не секрет, что страховые компании за счет того, живут за счет того, чтобы не выплачивать страховые взносы, чтобы не выплачивать страховку. Поэтому, если работать со страховыми компаниями, то с серьезными крупными страховыми компаниями, чем с какой-то мелкой шпаной. Так, ну пока больше никаких вопросов нет. Если на что-то ответил не очень внятно, ну повторите вопросы. Сейчас, наверное, послушайте музыку, а уже по Домскому я снова включусь в комментарии.
Thank you.